Ты говоришь безусловно, он в ответе за все бесспорно сотворил этот плохой мир, заранее зная, что выйдет сортир, а значит, в ответе за все. Тебе легко судить его, а не людей. Выбирай, кто из твоих детей попадет в рай, а кто в ад. Как быть, кто больше виноват? Кто же, по-твоему, пойдет в ад, если они тебе дороги стоят у врат? Один ребенок тебя скверно игнорирует, говорит тебе обидное, гласирует. Может быть, он тебя не любит вовсе? Другой ребенок не слушается тебя больше, самостоятелен не по возрасту, а горше. Сбегает к подружке, обманывает ответ, а ты и не знаешь, наверное, совсем об этом. Считаешь своих детей достойными любви, счел занять их место в аду. Дети твои пожертвовал собой ради них. То же самое чувствует он в любой миг.